неизбежно бежит к концу. Лови момент и беги домой. Новое звучание, сложные формы, разноплановость. Альбом Максима Свободы «Краски» стремительно покоряет интернет. А теперь авторские песни услышит и Владивосток. О своих творческих планах певец рассказал в эфире шоу «Экватор» на радио BBC. Я не думаю, что я должен о чем-то конкретном, в каком-то конкретном стиле петь. И, во-первых, я никому не обязан ничем. Так. Это самое главное. И что хочу, то пою. Максим завоевывает слушателей своей кошачьей манерой исполнения и бесконечным драйвом композиции. В альбом «Краски» вошло чуть больше десятка песен. Он получился очень разношерстным, но вместе с тем объединенным одной историей. В некоторых песнях можно услышать признание в любви к родному городу – Владивостоку. Однажды до нас построят метро, и кто-то будет жить в Москве, но так далеко, что из окна его дома будет видно легко гостиницы Китая и лодки браконьеров Северной Ко. Там будут вагоны с правым рулем, снег тает только в самом начале, мая с дождем. После проекта «Песни на ТНТ» Максим много гастролировал. Над сольным альбомом певец работал год и говорит, что для него это длительное время. При записи было использовано много гитарного звука, что в последнее время стало редким явлением на современной российской сцене. 4 года в Москве. Тебя не изменили? То есть, Господи, душа осталась приморской или все-таки уже столичной? Вы знаете, душа становится еще более приморской с каждым годом проживания в столице. Так. Ну, то есть... И чем дольше ты там находишься, тем больше хочется вернуться домой. Концерт «Свобода» состоится 15 октября в клубе «Водолей». Максим обещает исполнить 25 композиций за 1.5 часа. Символично, что именно здесь, на тот момент в клубе BSB, много лет назад состоялся первый концерт артиста. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, новости на 8.